Я не знаю. Не знаю. Обезьяна, наверное. Показывай. Крыльями машут, клювами щелкают. Ивантеевские оптимисты собрались в зале искусств Центральной городской библиотеки, чтобы отметить День смеха 1 апреля. Отгадывают животных и профессии, которых изображают мимикой и жестами. А еще играют в 100 к 1 в усеченном варианте. Оптимистам нужно угадать, как отвечали на тот или иной вопрос жители Ивантеевки, опрошенные на улицах города. Кто самый известный человек в нашем городе? Первый в списке знаменитостей – глава Ивантеевки Сергей Гриднев. Второй по популярности – Александр Иванченков. Тройку лидеров замыкает председатель горсовета Елена Суханова. Отгадывают команды, что взяли бы с собой горожане, попади они на поле чудес. В лидерах – продукция Ивантеевского лесопитомника. Команды на игре две, по 5 человек в каждой. Давно рожденные и небезнадежные. Как вкусно пахнет, что такое? Наверное, кто-то блин печет. Смешные стихи читает гостям Татьяна Бардина. Поднимает настроение оптимистам и встреча с молодой художницей Алисой Гергая. Развлекательную программу подготовили и сами оптимисты-активисты. Поставили несколько забавных сценок, выучили басни. Также на празднике отгадывают загадки и исполняют песни дружным коллективом. Звезды загорают, годы пролетают. Только верь, весна придет еще не раз. Оптимисты благодарят за помощь в организации праздника лично Евгению Викторовну Бакке, сотрудников Управления социальной защиты населения и Центральную городскую библиотеку. Веселились и смеялись 3,5 вместо 2 часов. А как известно, каждая минута смеха продлевает жизнь еще на 15 минут. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости города.